Современное искусство принимает разные формы, стирает границы между жанрами, чтобы поиграть с нашим воображением. Известный телеведущий Андрей Малахов решил показать северянам интересные работы из личной коллекции. Вместе с командой Центра современного искусства «Сияние» он организовал выставку. Сначала на родине в Апатитах, а теперь в Мурманске. Это красивые, молодые, дерзкие, самые лучшие. Они творцы и художники в общем понимании этого слова. Вы знаете, я не побоюсь сказать, что у них есть чему поучиться. Выставка «В холодном климате с любовью» является таким подарком в дни празднования профессионального праздника «День работников культуры». Для всех желающих выставка откроется 25 марта в культурно-выставочном центре Русского музея на втором этаже филармонии. Оценить, полюбоваться и вдохновиться современным искусством каждый мурманчанин сможет до 25 апреля. Лада Егорова, Павел Третьяков, ТВ-21+.